Здравствуйте, дорогие друзья! С вами интернет-канал Максимадзе. И прежде чем приступить к просмотру новых модовских шедевров наших любимых подписчиков или просто гостей канала, я хочу сказать одну небольшую новость. Для вас, может быть, она будет хорошая, но для меня плохая. Вот, как вы знаете, у меня 1000 подписчиков уже на канале, но, к сожалению, ютуберская вот эта вот партнерка отказалась подключать монетизацию мне на канал. Говорят, что у меня типа много нарушений, типа на видео авторские права я использовал чужой контент, даже несмотря на то, что видео не удаляли, просто монетизация на этих видео была недоступна, и это далеко не все видео, меньшая часть. И за это нельзя монетизацию подключать. Господи, ну разве другие ютуберы так не делают? Конечно, делают. Хотя и не все, но делают. У них есть монетизация, мне кажется. Короче, для меня эта новость плохая. Для вас она может быть хорошая, потому что у вас не будет показываться реклама. Короче говоря, мы продолжаем смотреть на моды, которые присылают подписчики или просто гости канала. И этот мод называется Neighbors from Hell Console. Его нам прислал Ярослав Кирюхин, большое спасибо ему за это. И он надорвется сейчас уже писать об этом в комментариях, поэтому это экстренный выпуск, в котором я показываю этот мод. Что ж, давайте посмотрим, хороший ли этот мод или так себе. Поехали. Менюшка здесь как из Вуди возвращается, настройки, дебаг мод. Ну это тоже качество звука, авторы, анимированная заставка. Очень хорошо. Ну, как Вуди возвращается, правда, вот здесь картинка вот эта закрывает спрайт немножко. Вот здесь на картинке какой-то логотип с Чиликов, блин. Логотип такой вот интересный. И музыка на заставке играет с этого, как его там, с трейлера. Сделал гадость сердцу радость. Ротвейлер смотрит новости о футболе. Пока идет реклама, он идет смотреть, как раздевается сосед. Что за кошмар, говорит Вуди и пробирается в дом. Погнали, посмотрим. Что же это за версия такая? Ой, громко как. Так, я так понимаю, надо валить сразу же. Громко сильно. Берем варежку. Непонятно вот только, что за это, что за музыка играет. Что ж, три пакости. Это телевизор, кресло и бинокль. Понятно. Не знаю, это собственная у автора мода музыка или нет. Это альфа-версия, я меню прочитал, я там не целиком все прочитал. Сейчас пройдем этот уровень, посмотрим. Окошко вот это не очень какое-то качественное, и лучше бы ему бы находиться где-то вот тут, вот этому вот окошку. В консольной версии же так было. Я, честно говоря, немножко ожидал, что здесь будет звук монетки, попадающей сюда. Я помню, когда... Нифига себе, как он быстро бегает. Я как-то один раз пытался что-то похожее сделать немного. Когда-то давно. И там даже умудрился звук монетки вставить. Возможно, я как-нибудь это повторю. Так, мы прошли этот уровень, давайте прочитаем, что написано в меню.
Отлично, отлично. Немножко тут спрайт кривоватый, но тем не менее. Free port from Xbox GameCube версия. Порт. Бесплатный порт с Xbox и GameCube. Альфа 01. Real Fun. Это, наверное, создатель мода такой, да? Ух ты, даже монетки показываются. Это прикольно, нормально. Обучалочных уровней нет, ну как консольная версия, да? Вытели экраны. Сегодня вечером показывается новая серия любимого аниме-соседа. Ротвейлер, запасаясь бухлом, сидит в своем кресле, а Вуди готовый идет в дом Ротвейлера. Ну, погнали. Фух, вот это вот... Музычка из Вуди возвращается. Мне она не сильно понравится, на самом деле. Что... Это что за дверь вообще такая? Что вы сделали? Что это за дверь? Как туда зайти вообще? Так, бумага здесь лежит. Вот только что-то курсор не наводится на нее. А, по пикселям попадать надо. Здесь кривая дверь сзади. Какая-то чудо. Наверное, с артов игры взята была. Ну, точнее, с ранних наработок. В интернете же есть всякие картинки, где показаны эти самые... На ранних стадиях игры что было? Там был немножко измененный дом. Окно вот здесь находилось. Два было этажа всего. И там на второй этаж была дверь. Вот такая вот кривая. Так, давайте положим сюда. Я серьезно, что это за дверь? Я что-то не понимаю. Какая-то дверь, ведущая в никуда. Подозрительная дверь. Может, лучше не ходить туда? А, видимо, не надо антенну пилить. Шкаф сломан, спрятаться нельзя. Окно вот здесь ночное, это хорошо. Правда, вот это вот окно не ночное, ванна. Мододелы всегда про него забывают. Но на это окно мало кто обращает внимание, поэтому это, в принципе, не страшно. Но в консольной версии ночные уровни, их там два всего. Два ночных уровня в консольной версии, там в обоих такое вот окно. Оказывается, в консольной версии ночных уровней два всего. Я думал больше. Но оказывается два. Но в ремастере всего один. Но могли бы два хотя бы сделать. Но лучше три. Или четыре. Три. Было бы в самый раз. А что это за музыка играет вообще? S4 ликов, блин. Так, сюрприз ко дню рождения, погнали. Так, ладно, не будем это смотреть, наверное. Опа, на, нам сюда не попасть. Так, три пакости, я так понимаю, это пакость с почтовым ящиком, с микроволновкой и вот один. Сет роется в почте и не видит Вуди, ну ладно. Я же все взял отсюда. Мышеловку где взять?
Мышеловка где лежит? Может, в холодильнике валяется, я не знаю. Где она еще может быть? Нет, там всего лишь яйцо. Я после яйца аж синяя стала. Петарда почему-то. А третья пакость какая? Мышеловки где все? Понятно, мышеловки нет нигде. Ладно, этот уровень непроходимый. Яблочный пирог, дальше идем. Над этим уровнем этот уровень недоработанный немного. Да, вот здесь как-то некачественно все выглядит. А мыло можно взять? И такое чувство, что нельзя. А тряпка зачем, интересно? Неужто в микроволновку? Вот музыка как будто, знаете, что-то даже напоминает. А вот что, непонятно. Так, полотенце, видимо, сюда надо. Точно. Для консольной версии фольгу надо было положить. Хромакей от бутылки заглючит, наверное. Она прозрачная же. Давай, грей быстрее. Так, футбольные баталии, погнали. Посмотрим. Ух. Что-то тут как-то коряво сделано тоже. Мыло можно взять, а его не видно.
видеть мыло. Ну, а вообще офигенно. Наверное, хотели окно наложить, но дверь, спрайт двери перегородил его. Это что за окно, я не понимаю. Ух ты, бинокль какой. Навороченный. А почему телефона два? Ну и все, все пакости готовы. Осталось позвонить ему после того, как он пнет шар. Какой из телефонов зазвонит? Я так и знал, что выдает. Банный день. Чистота — залог здоровья, бла-бла-бла. Погнали. Посмотрим, что тут изменили, а что не изменили. Благо здесь окно ночное, в отличие от куди возвращается. Это уже радует. Пакости всего 6. Не будем пока ничего класть. Вот интересно, изменились ли уровни из 2 и 3 сезона. Я заметил, что они все открыты изначально. Пусто. Что, мыло взять нельзя? Как печально, а? Книжка висит почему-то в воздухе. Музыка исчезла. Музыка из оригинала, конечно, лучше, чем это. Плохой фломастер. Так, только не говорите, что он сейчас будет полчаса это. Да, он будет полчаса это самое делать.
нафиг. Let's go, бегом. Успеем, успеем. Есть. Отлично. Хорошая задумка с плохим фломастером, кстати. Осталось только пакость с мыльной пеной и этим. Так, ну посмотрим, давайте второй сезон, он начинается, причем еще и с хрюшки, забавно. Хрюшка почему-то в ванной. Знаете, что это мне напоминает? Мод под названием Art of Tricks, искусство пакостей. Тут примерно то же самое все. Перченые чипсы, блин. Ну, скорее всего, знаете, пакости не поменялись, кроме того, что хрюшка теперь будет здесь. Давайте-ка даже не будем проходить, это посмотрим, что дальше. Не хочу просто тянуть время сильно. Опа, у нас собака появилась. Просто банка. А, знаете-ка что? Надо в улей банку использовать. Мы смотрели мод этот. А, в моде Art of Tricks, искусство пакости называется. Немного изменений я его еще назвал на превью. И там все то же самое было. Надо, да, взять пчел. Мед, точнее, у них, и использовать его здесь. Блин, зонтик не получается закрыть. Ну-ка, если попадем в соседу, что будет? А здесь что? Ой, я случайно нажал. Ну ладно, давайте все равно посмотрим. Art of Tricks это. Это копия Art of Tricks, я заметил. Погодите-ка, а эти уровни не изменились вообще? А, нет, изменились. Попугай тут появился.
Вот дайте-ка угадаю, на уровне, на каком-то из уровней у него кошка есть. Давайте посмотрим. Не на этом уровне, не на этом. Может, здесь тогда? На каком-то уровне у него кошка была. Кошка была. Оранжевая. Ну, значит, на стирке. Или это не в Art of Tricks кошка была? Может, это в новогоднем моде кошка была? Я просто забыл, честно говоря, где это было. В новогоднем это, наверное, было. В общем, я... Давайте проверим одну пакость. Я вот если мы сейчас убедимся, что здесь такая же точно пакость, как в этом. Стоп, у меня такое ощущение, что этот уровень не поменялся, кроме попугая. Пусто? Нету ничего? Надо взять какой-то предмет и достать крысу в унитазе, я помню. Вот только каким предметом надо это достать, я не помню. Беги, блин, отсюда быстрее. В этом унитазе плавает кровожадная крыса. Понятно, понятно. Этот мод действительно является копией мода Art of Tricks. Или Art of Tricks является копией этого мода. Я не уверен до конца. Ладно, в общем, давайте на этом закончим, наверное. Я оставлю ссылочку на этот мод. Может, кому-то реально интересно его пройти. Вот этот уровень, судя по всему, непроходимый. Я не знаю, где мышеловка находится. Ну, ладно, на этом мы закончим. Какую... И пора приступить к оценке мода. Ну, какую оценку я ему могу поставить? Плюс-минус. Все-таки изменений немного, но видно, что пытались. Хотя нет, что пытались? Просто скопировали один из модов. Я это понял не сразу, но все-таки так оказалось. Ну, в каких-то вещах постарались, что-то новое сделали. Поэтому плюс-минус. В прошлом видео с модами я показал табличку, где что моды будут оцениваться. Я показал там всего лишь три знака. Это плюс хороший мод, минус плохой мод и вопросительный знак так себе мод. Вопросительный знак пусть будет никакой мод. Лучше будем так называть его. А так себе мод, пусть это будет знак плюс-минус. Ладно, на этом мы закончим. Ссылку на мод я оставлю в описании. Если вы тоже делаете какие-нибудь моды свои, хотите показать их, неважно, плохие, хорошие, так себе, никакие, присылайте мне в группу ВКонтакте в обсуждение. Можете также просто мне в личку ВКонтакте отправить, но мне кажется, что удобнее всего будет просто отправить его, скинуть ссылку в комментариях под роликом. Ну что ж, подписывайтесь, кстати говоря, на эту группу ВКонтакте, там я часто выкладываю интересные события. Всем пока!